Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. По многочисленным просьбам, прям очень много просили, писали снять для вас жилой комплекс Черемушки, который находится у нас в Новоусманском районе. Микрорайон Черемушки, поселок Отрадное. Выполняю вашу просьбу, добрался наконец-таки сюда. Кстати, на самом деле, не очень-то далеко ехать от Остужева. Вообще, я ехал, не знаю, минут, наверное, 7. Поэтому, в принципе, находится прямо вот в непосредственной близости от города. Это у нас ближайший, можно сказать, пригород. Строительная компания ДСК окучивает этот райончик у нас, застраивает. Срок сдачи всего жилого комплекса, всего микрорайона Черемушки, 2025 год. 3 детских сада запланировано, школа, которая уже действует. Да, по-моему, один детский сад уже сейчас действует у нас и одна школа. Детский сад на 220 с чем-то мест и школа на 1200 с чем-то тоже мест. Так, прогуляемся, как обычно, с вами по придомовой территории, посмотрим работу управляющей компании. Как известно, у нас все застройщики владеют своей же управляющей компанией. То есть построили дом и свою же управляющую компанию управлять этим домом поставили. Так обычно у нас происходит. Ну, я думаю, что так во всех городах. Воронеж это не исключение. Ну, хватит разглагольствовать. Давайте посмотрим уже. Ох, ремонтные работы вот там у нас идут. Будет несколько шумновато, но уж извиняйте, что есть, то есть. Так, вот так выглядят у нас входные группы. Прогуляемся с вами по территории, посмотрим планировочные решения, какие представлены. Расскажу вам по ценам, какие есть сейчас на данный момент времени, но цены постоянно меняются, поэтому впоследствии потом уточняйте актуальность цен по контактам, которые вы увидите под видео. Вот те дома у нас еще строятся. А вот этот дом уже сдан, заселен. Дом панельный, фасад отделан декоративной плиточкой. Так, ну, по наличию парковочных мест, как бы есть, но не знаю, честно говоря, хватит, не хватит, хватает, не хватает жильцам. Может быть, нам удастся с кем-то побеседовать, и они нам, кто не испугается камеры, и они нам на эти вопросы ответят. Ну, так паркуется елочкой. Квартирка не очень красивая, конечно. Ну, погодные условия не позволяют сделать более красивую картинку. Ну, тут такое некое подобие зоны отдыха. Лавочки. Там детская площадочка. Такая скромненькая. Скромная, честно говоря. Могли бы что-то вот на такой территории, как бы, наверное, что-то и можно разместить было получше, побольше, понавтыкать различных там, может быть, горочек, качелек. Ну, как бы маловато. Может быть, конечно, потом еще добавят, когда сдастся вот этот дом, но что-то я очень сильно сомневаюсь. Потому что вот уже раззонировали тогда, сделали какую-то зону отдыха. Непонятно для чего, для кого. Посидеть пивка попить. Возникает желание у нашего народа, если видят лавочки во дворе дома. Так, ну вот там спортивная площадка. В основном, как я смотрю, молодые семьи преобладают. Населяют данный жилой комплекс. Жилье относительно недорогое. Так, вот этот дом у нас, если не ошибаюсь, сдается. Я думаю, что в ближайшее время, судя по его готовности. Кстати, надо будет уточнить, когда сдается этот дом у нас. Тут еще одна некая зона отдыха. Вот зачем, друзья, зачем? Вот хоть убейте, не понимаю. Ну, сделайте вы лучше побольше детских площадок на самом деле, да? Вот он дом. Вот рядом дом. Представляете, сколько здесь будет детишек? Вот дом, вот дом. Поставили пару качелек, пару горочек, и как бы на этом все успокоились. Смотрите, какое большое поле просто, вот поле непаханное. Уважаемая компания ДСК, обратите внимание на места общего пользования, на то, что здесь-то как бы детей-то, ну, наверное, немало будет. Последствия. Так, друзья, двухкомнатная квартира.
Общая площадь 60,5 квадратных метров. Вот входная дверь. Вам для понимания, вот так вот выглядит холл. Дальше получается прямо у нас здесь кухня. Кухня 12 квадратных метров. Вот. Выводы уже сделаны под канализацию, под раковину, под электрическую плиту. Так, на лоджию мы с вами не попадем, закрыто. Ну, размеры примерно, чтобы вы понимали, я вам покажу. Балкончик, я бы назвал это балкончик все-таки, а не лоджия. Так, радиаторы отопления. Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки маловато. На кухне 12 квадратных метров, 5 секций. Ну, не знаю. Не знаю. Так, пол. Что у нас пол? А пол у нас, друзья, ламинат. Там у нас ламинатик. Так, дальше. Дальше смотрите, как у нас планировка идет. Кухня 12 квадратных метров показал. Вот в ту сторону у нас получается комната 12 квадратных метров. Так, ну, цвет обоев, если надо. Так, дальше у нас. Что у нас дальше? Дальше у нас санузел. Плитка керамомарация. Туалет 1,7. Так. Это у нас ванная комната. Ванная комната по площади 3,3. То есть вот тут получается у нас будет стоять ванна. Да? Не знаю, что-то мне кажется маловато местечко. 3,3. Так, и еще одна комната у нас 16,5 квадратных метров. Ну, это практически ровной формы. Потолочек натяжной. Ну, обои тоже такие вот стандартные. Так, пойдемте посмотрим с вами теперь. Что, однушечку, наверное, однушка рядом с двушкой. Так, двери обратите внимание. Так, это у нас однокомнатная квартира площадью 40,5 квадратных метров. Вот такой холл. Здесь у нас санузел. Санузел совмещен. 3,1 квадратных метра. Так, ну это у нас кухня. Кухня 10 квадратных метров. Все то же самое. Пол ламинат. Те же самые обои. Все то же самое. Так, и комната. Комната 19 квадратных метров. На лоджию, друзья, также мы не попадем. Закрыто. Здесь лоджия большая, кстати. С двумя выходами получается квартира у нас. Два выхода на лоджию. Из кухни, из комнаты. Нормально, нормально. Планировочка такая. Мне нравятся такие планировки с двумя выходами. Для хозяйки, мне кажется, это прям находка. Что-то приготовил на кухне, тут же прям кастрюльку вынес на балкончик, на лоджию. Да, и достаточно широко. Так, что мы еще с вами успеем посмотреть? Так, ну здесь, в принципе, планировка для однушки нормально, удобно. Здесь можно какой-то замастырить шкаф-купе небольшой. Вот, вот эти провода, здесь пойдут у нас всякие домофоны, электрические счетчики. Ну что-то как-то обыграть можно все равно. Так, и натяжной потолок. Все еще, видите, в процессе ремонта. Школа. Школа открылась у нас, вот она, между домами торчит. Школа открылась у нас как раз-таки в сентябре 2019 года. Новая, современная, незаюзанная. Рабочие на обед. На обед идут рабочие.
Так, ну там вон тоже вижу пару каких-то есть небольших горочек. Какой-то небольшой уголок тоже там отвели под детские площадки. Ох, снеговичок растает скоро. Да, тут тоже есть несколько. Небольшой такой уголочек сделали. Детский уголок. Ну, маловато, честно говоря. Вот на такой объем, на такое количество домов. Это, а вот, кстати, паспорт объекта. Вот этот дом у нас сдается второй квартал 2020 года, написано. То есть вот-вот уже в течение полугода. А вот этот дом у нас уже сдался. Люди живут. Так, друзья, это у нас трешечка 77,6 квадратных метра. Входная дверь. Вот такой холл. Хороший, нормальный, просторный. Ну, как бы здесь можно даже какой-то шкаф-купе забомбить. Вот тут при входе. Так, и дальше пойдемте по порядочку. Здесь у нас кухня. Кухня 12 квадратных метров. Много различного, видите, здесь пока хлама. Ну что, все в процессе ремонта, поэтому. Так, лоджия. Также мы не попадем на лоджию. Закрыто. Налево здесь у нас пошла комната. Вот это 14,6. Санузел раздельный. Туалет 1,5 квадратных метра. Ванна 3,3. Еще одна комната 14,6. Вот это, значит, получается у нас 12 квадратов комнатенка. Да, вот это 12 квадратов. Так, в любом случае я планировочки вам сюда приложу. Вы видите, со мной гуляете. Я надеюсь, вам тут все ясно и понятно. Так, давайте еще одну однушечку посмотрим. 37 метров общей площади. Вот у нас входная дверь. Сразу при входе у нас санузел совмещен. Видите, все выводы уже есть. Так, кухня 9,6. Ну, практически квадратная форма. Так, это у нас получается тоже два выхода на лоджию, правильно? Так, выход из кухни. Нет, это с одним выходом. Только из кухни. Из кухни у нас выход на лоджию. И комната 18,5 квадратных метров. Так, друзья, посмотрели мы с вами несколько квартир. Однушки, двушки, трешки. Общее впечатление. В принципе, отделка неплохая. Я думаю, что с этой отделочкой можно какие-то там первые 3-5 лет вполне неплохо себе можно жить. Плитка в санузле есть, обои тоже неплохие. В принципе, такая цветовая гамма неплохая. Такие нейтральные цвета, поэтому, в принципе, я думаю, что все достаточно сносно. Сдача вот этого дома. Поговорили мы с рабочими. Сначала планировался февраль, но, наверное, скорее всего, все-таки март. Скорее всего, в марте вот этот дом, который у меня за спиной, его сдадут. Значит, по наличию квартир. Квартиры еще есть. Ну, очень хорошо разбирают трешечки. Трешечки по стоимости 2900 с копейками. Двушки по 2450. В общем, более точную информацию по ценам, по наличию квартир вы можете уточнять по тем контактам, которые вы увидите под этим видео. Поэтому, кого заинтересовала данная жилая недвижимость, напоминаю, мы находимся сейчас с вами в жилой комплекс Черемушки, микрорайон Черемушки, строительная компания ДСК. Сдача всего жилого комплекса 2025 год, будет большое количество домов, 3 детских сада, школа, магазины формата у дома. Транспортная
сообщение неплохое. Я от Остужева сюда ехал буквально каких-то, наверное, минут 7. То есть, в принципе, то, что это Новоусманский район, это вообще ничего не значит. Это даже лучше в том плане, что у вас по тарифам будет сельский тариф, да? То есть это не городской, это сельский тариф. То есть не удалось нам, к сожалению, с собственниками жилья здесь побеседовать, поговорить. Видите, что-то как-то пустынно. А те, кто были, что-то особо на камеру говорить-то не хотят. Поэтому по коммуналке вам, к сожалению, ничего не подскажу. По благоустройству территории вы все видели сами. Давайте еще вам покажу. Вот этот дом уже сдан. Вот там дальше тоже дом уже сдан. Вот этот на сдаче. Ну, видите, в принципе, ну что, вроде бы чистится, убирается. Так, это какое-то, наверное, нежилое помещение. Задумывался как нежилое помещение. Единственное, что мне не понравилось, да, это то, что под детские площадки все-таки, ну, маловато как-то место выделили детским площадкам. Как-то можно было бы побольше. Прям поле такое вот, прям можно было его все-таки как-то продумать этот вопрос. То с двух сторон воткнули по таким вот небольшим. Ну, потому что дома еще не заселены, да, вы сейчас скажете, они, в принципе, даже эти-то пустуют. Ну, дома не заселены, вот этот еще не заселен. Вот эти дома еще будут сдаваться, заселяться, поэтому детишек, конечно, прибавится очень сильно. А так, в принципе, впечатления неплохие. Друзья, это был такой честный, независимый обзор. Впредь и дальше. О, видите, даже у нас есть видеонаблюдение, камера видеонаблюдения заметил. Впредь и дальше буду выезжать, снимать для вас различные интересные жилые комплексы. Поэтому пишите в комментариях, какие еще жилые комплексы вы хотели бы увидеть со стороны, вот так вот моими глазами. Я при наличии свободного времени обязательно такие видео для вас сделаю. Обязательно съездим, посмотрим своими глазами, попробуем попасть также в квартирки. В идеале, конечно, побеседовать еще с местными жителями, чтобы они рассказали, как им тут живется, что в плане управляющей компании, что в плане транспортной доступности. Но, к сожалению, вот это нам сделать именно сейчас не удалось. Но будем пробовать в жилых комплексах с местными жителями общаться. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, если видео вам было интересно и полезно. И пишите вот там в комментариях, какой жилой комплекс вы хотели бы увидеть в нашем следующем видео. Пока-пока.